Белгородские спасатели готовы обеспечить безопасность участников традиционных крещенских купаний. Сегодня водолазы обследовали дно Северского Донца на центральном пляже города. Подготовку купелей начали с обследования толщины льда. Она составляет 16-20 сантиметров. Так как крещенских морозов не предвидится, в местах для зимнего купания спасатели искусственно увеличат прочность поверхности с помощью деревянных настилов. Структура льда, учитывая периодические оттепели, падение осадка в виде снега, не позволяет, как бы говорить, стопроцентно, что при большом количестве людей, скоплению людей в одном месте, это будет полностью безопасно. Поэтому, учитывая данные особенности, в этом году мы подготовили дополнительные средства, обеспечивающие безопасность. На городском центральном пляже появилось две купели – на правом берегу в районе клуба закаливания «Белгородец» и на левом в районе водно-спасательной станции. Для захода в воду предусмотрены деревянные лестницы с поручнями, имеются необходимые первичные средства спасения. В ходе проверки дно реки тщательно осматривают водолазы, очищают от лишних предметов. Но чисто посторонних предметов не обнаружено, чувствую себя хорошо. В момент обследования на пляже температура воды в среднем была около 4 градусов. Это теплее, чем в морозы, но расслабляться не стоит. Для тех, кто приходит купаться, можно сказать то, что не надо чувствовать себя очень уверенным из-за того, что плюсовая температура, как бы прохладно все-таки, организм именно в такую погоду может получить переохлаждение. Всего в регионе создано 45 мест для зимнего купания. Возле каждого будут дежурить спасатели, водолазы, сотрудники полиции, муниципальной стражи и бригады скорой. Они при необходимости окажут помощь горожанам. Но все же главный совет специалистов – соблюдать меры личной безопасности. Уважаемые наши горожане и гости нашего города, не приходите, пожалуйста, в состояние алкогольного и наркотического опьянения на это такое вот ритуальное хорошее событие. Поэтому вот это вот первичное требование. Ну и, конечно, просто уважайте своих соседей, тех, которые тоже хотят искупаться и пройти через ритуальное очищение. В праздник Крещения в купели на центральном пляже окунутся несколько тысяч православных белгородцев. Чтобы избежать несчастных случаев, достаточно следовать рекомендациям спасателей. Елена Коржова, Диана Калединова и Павел Емелин. К этому часу Белгород.